Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, приветствую вас на канале ИВКЕЯ. Мы с вами в Дюссельдорфе, Германия, где проходит самая большая в мире выставка, посвященная медицинскому оборудованию. И я как уролог, как специалист, который занимается вопросами репродуктивного здоровья, не смог пройти мимо вот этого прибора, который представляет компания из Тайваня, X-Sensor, она так называется, X-Sensor называется правильно. Вот, и очень приятная на ощупь такая вот насадочка, которая позволяет женщине определить период, в который она фертильна, ну то есть в который произошла овуляция, яйцеклетка вышла, и в общем-то в этот период можно зачать ребенка. Ну, по нашему опыту это, конечно, очень важно для женщины знать. Обычно измеряется базальная температура в прямой кишке или в каком-то другом месте, но это решение интересное. В комплект входит вот такая у нас насадка на смартфон и 10 тест-систем. Стоимость одной тест-системы $4, как заявляет производитель, соответственно, нужно таких 4, вернее 10 таких штук. Как это работает? Но здесь, опять же, обычный для определения лютеинизирующего гормона, который выходит у женщины, возникает, когда у нее происходит овуляция, повышается ее уровень этого лютеинизирующего гормона, и в этот период как раз-таки можно ее засечь, этот гормон в моче. Понятное дело, сюда капается моча, здесь открывается такой колпачок, в это место капается моча распространяется, возникает иммунная реакция, и, соответственно, через какое-то время мы можем эту тест-систему надеть на эту насадку и надеть на фронтальную камеру. Не на заднюю камеру, а именно на фронтальную камеру. Одеваем, и сейчас самое, давайте, интересное. Попробуем сделать этот анализ. Все, поехали. Она предлагает, видите, выбрать соответствующее место позиционирования. Вот я его выбрал, где, скорее всего, находится камера. Мы нажимаем дальше и пытаемся сейчас вот пройти такой тест, точно уже спозиционировать эту. Вот она появилась, красная. Сейчас мы ее попытаемся сделать, она должна появиться зеленой, то есть стала вот зеленой. Все, мы стали, то есть это точное произошло позиционирование. Нажимаем следующий шаг, и происходит анализ. Ну вот здесь, в частности, это, конечно, тестовая система, она специально производителем здесь представлена на стенде. Она говорит о том, что у женщины имеется благоприятный пик для проведения как раз зачатия ребенка. Соответственно, можно это все заносится в календарь, который ведет женщина, и можно, соответственно, этот календарь просматривать. Очень полезное, недорогое решение, очень приятное, кстати, мобильное приложение, которое очень хорошо переведено на английский язык, и в принципе, ну, несложно в использовании. Что нравится здесь? Ну, понятно, что есть такие тест-системы отдельно, но очень интересно, что сразу же это все данные уходят в приложение. Женщина сама может эти данные накапливать и сравнивать их с предыдущим месяцем, используя такую вот тест-систему. Еще раз повторюсь, что стоимость набора из 10 таких вот тест-полосок составляет порядка $40. Ну, в общем-то, для женщины, которая планирует зачать, это неплохое решение. У этого же производителя есть более сложная система, тоже работающая приблизительно таким же образом, которая состоит из такого пластикового бокса, внутри которого находится обычный смартфон. Смартфон идет в комплекте, это специальный смартфон, но, естественно, это смартфон не производитель, производитель не производит этот смартфон, но он позиционируется очень хорошо, входит в этот бокс. И здесь есть специальные съемные тесты, которые, ну, соответственно, таким же образом работают. Иммунная реакция, тоже две полосочки появляются, очень удобное окошечко, которое вставляется, происходит тоже, опять же, определение. Сейчас на сегодняшний день имеется 3 тест-системы на витамин D, на липиды и на гликированный гемоглобин. Ну, тоже, мне кажется, очень полезное, интересное решение. Они позиционируют его как приборы point of care, то есть по месту возникновения помощи или по месту, вернее, оказания этой медицинской помощи. Но нам показалось, что это решение тоже интересно для того, чтобы сделать такой небольшой обзор. Специально для канала ИВКЕЯ. До свидания, до следующих встреч.